Ревутского, 4, 18-этажный панельный дом. Находится в 1,5 километрах от станции метро Харьковская. Входы в парадные в удовлетворительном состоянии. Установлены домофоны. У парадных зелено, есть скамейки, правда не очень опрятные. Во дворе есть детская площадка, вполне современная. Огражденная спортивная площадка, стоянка для автомобилей. Напротив дома кафе. Совсем рядом озеро Солнечное с пляжем. Школа, несколько небольших супермаркетов. В целом состояние дома хорошее.